У Балаковского филиала АО «Апатит» группы «Фусагра» новый руководитель Андрей Шибнев. Его на общезаводском собрании представили коллективу. Но это не единственная кадровая перестановка на Балаковском заводе. Так главным инженером назначен Алексей Румянцев. А вот теперь уже прежний директор Балаковского предприятия Алексей Грибков назначен руководителем Череповецкого производственного комплекса компании «Фусагра». На Балаковской площадке Алексей Борисович добился хороших результатов. Под его руководством модернизированы основные производства. Построен аммиакопровод для более эффективной и безопасной доставки сырья. Увеличены объемы выпуска минеральных удобрений. Что не месяц, то очередной рекорд. Внедрили очень много решений, которые нам доверила компания, доверила наша наука. Конечно, сделано многое, но осталось сделать еще много. Потому что вот та программа, которая сегодня будет реализована до 2025 года, конечно, она... Такой программы у Балаковского завода еще не было никогда. В этой программе развития Балаковского филиала АО «Апатит» не только дальнейшее увеличение объемов производства удобрений, но и расширение ассортимента. К примеру, на заводе планируют производить сульфат аммония, который очень востребован на приоритетном для компании «Фусагра» российском рынке. Поэтому решено начать его производство именно на Балаковском предприятии, которое выгодно расположено вблизи основных сельскохозяйственных регионов России. Все масштабные планы будет реализовывать новый директор Андрей Шибнев, который уверен, благодаря слаженной работе коллектива все поставленные цели будут достигнуты. Люди здесь собрались не случайно, то есть каждый понимает зону своей ответственности, каждый знает свое дело. То есть и я вижу и понимаю, что мы справлялись с этими задачами и будем справляться дальше. То есть мы с вами все задачи, которые перед нами стоит управляющая компания, безусловно, выполним. Конечно, на предприятии продолжится и реализация социальных задач. Поддержка «Фусагра» школы и детско-юношеского движения «Дрозд». Строительство современного бассейна, реконструкция дорог, приобретение квартир для врачей и многое другое. Вы обращаете внимание на все нужды, которые мы порой рисуем к вам. Вопросов, конечно же, в городе очень много. Но и хочется сказать, что и за этот год мы тоже очень многие вопросы постарались решить. Опять же, вместе с компанией «Фусагра». Огромное спасибо за духовный подарок, за тот храм, который вы построили. Конечно же, это спортивный комплекс, который мы провели вместе уже массу мероприятий, не только для сотрудников, но и для всех балаковцев. Ну, а то, что вы сделали с праздником химика, ну, это просто выше всяких похвал. На самом деле, настоящий праздник не только компании, не только для химика, но это и праздник для всего города. Глава района не сомневается, кадровые изменения в Балаковском филиале АО «Апатит» никак не отразятся на уровне сотрудничества, а только укрепят его. Начинается новый этап не только развития предприятия, но и реализации важных социальных проектов.